любовный обмен. Да. Взаимоотношения, вот в изначальном виде, вот в таком вот счастливом виде, это любовный обмен. То есть мы предназначены для любовного обмена. Это касается работы, семьи, вот все это формы какой-то благотворительности. То есть вот я из любви, из благодарности, из желания счастья делаю что-то, потому что я вот счастливый человек. Так. И служение — это природа как бы жизни. А вот суть в том, что концепция навязывается в уме, так или иначе навязывается концепция господства. То есть конкуренция. Доминирование. Доминирование. Вот человек доминирует над другим человеком. А кто у вас глава семьи? Кто главный в семье, да. Кто главный? А кто из вас двоих любит, а кто позволяет себя любить? Кто богаче, кто беднее, кто умнее, кто глупее, кто красивее, кто некрасивее, кто знаменитее. Ну, конкуренция — это основа социальной жизни. Мы от этого никуда не уйдем, мне кажется. А вот представьте, если мы заменим это слово служением, любовью, это тоже будет основой. Другая основа. То есть конкуренция означает, что я хочу быть выше других. Я использую различные способы. Разум использую, хитрость использую, силу использую, богатство. Подавляю других, отрезаю от них возможности. Политику использую. То есть это все вот, конкуренция, желание господствовать. Мы видим между странами такие отношения сейчас, в семье такие отношения скандалят, кто в доме хозяин, десятками лет разбираются с этим. То есть, но вообще вот, древние говорили, что это иллюзия. Иллюзия ума. То есть я так думаю, что я господин. Я вот это мое эго же у меня есть, вот это эго, да? Ложное называется эго, господство. Потому что я не господин и ничем не обладаю здесь вообще. То есть ничто здесь моим не является. Я сюда пришел на какое-то время, как бы сказали, реинкарнацию, иду в другое место куда-то.